Добрый день, вас приветствует доктор Дэвид Хибер. Жиры и масла делают пищу приятной на вкус, но не все жиры одинаково влияют на организм. Жиры – это триглицериды, которые попадают в организм после переваривания пищи. Кукурузное растительное масло, используемое для приготовления полуфабрикатов, содержит 60% жирных кислот омега-6 и немного жирных кислот омега-3. Омега-3 жирные кислоты присутствуют в выловленной дикой рыбе и в капсулах рыбьего жира. В дикорастущих растениях и многих азиатских блюдах оптимизирован баланс кислот омега-6 и омега-3. Но современные блюда с высоким содержанием жиров, сахара и с большим количеством обработанных продуктов содержат в 17 раз больше омега-6, чем это необходимо, вызывая сильное воспаление за счет производства воспалительных, а не противовоспалительных эйкозаноидов. Они показаны красным или зеленым цветом. Кислоты омега-6 и омега-3 конкурируют за один и тот же путь обмена, поэтому их баланс очень важен. На него можно повлиять, уменьшив количество скрытых жиров омега-6, употребляя в пищу рыбу или принимая добавки с рыбьим жиром. Это поможет сбалансировать питание, вести активный образ жизни и оставаться здоровым.